Серёж, чё ходишь? Пошли поиграем, бабки есть, позволяет бюджет. Какой бюджет? Сенаторам даны поручения усилить внутренний туризм с целью дальнейшего развития и привлечения иностранных туристов. Да, Юрий Александрович, слушаю вас очень внимательно. Все хорошо. Да, все будет исполнено. Есть. Саша, пригласи ко мне, пожалуйста, заму. Хватит ходить, как овцы вокруг стола. Ну что, братцы, тунеядцы, алкоголики. Коллеги, от Берга сейчас мне звонили. Внутренний туризм поднять. Вот мое вам приказание. Надо все организовать. И охоту, чтоб, и баньку. Местный был, чтоб колорит. Коли решите валять Ваньку, наказание прилетит. Указ губернатора, причем с пометкой «срочно». В связи с участившимися случаями нападения косматных животных на людей на территории лесного фонда, Танких обеспечить их отлов и очеловечивание. Да, это странно. Ни черта вы ничего не знаете, ребят. Я вот только что получил указ губернатора о том, что в нашем лесу появились какие-то косматые чудовища, животные, похожие на людей, творят чудеса, нападают на людей. Вы хоть слышали об этом или нет? Вы посмотрите на себя. На кого вы похожи, оборванцы? Серёж, чё ходишь? Пошли поиграем, бабки есть, позволяет бюджет. Какой бюджет? Сенаторам даны поручения усилить внутренний туризм с целью дальнейшего развития и привлечения иностранных туристов. Да, Юрий Александрович, слушаю вас очень внимательно. Все хорошо. Да, все будет исполнено. Есть. Саша, пригласи ко мне, пожалуйста, заму. Хватит ходить, как овцы вокруг стола. Ну что, братцы, тунеядцы, алкоголики. Коллеги, от Берга сейчас мне звонили. Внутренний туризм поднять. Вот мое вам приказание. Надо все организовать. И охоту, чтоб, и баньку. Местный был, чтоб колорит. Коли решите валять Ваньку, наказание прилетит. Указ губернатора, причем с пометкой «срочно». В связи с участившимися случаями нападения косматных животных на людей на территории лесного фонда, Танких обеспечить их отлов и очеловечивание. Да, это странно. Ни черта вы ничего не знаете, ребят. Я вот только что получил указ губернатора о том, что в нашем лесу появились какие-то косматые чудовища, животные, похожие на людей, творят чудеса, нападают на людей. Вы хоть слышали об этом или? Вы посмотрите на себя. На кого вы похожи, оборванцы?
Buenas tardes, señores! The bone.